лучше места не найти. Где вода источника? Вот и обещанная. Прекрасно. Сила источника напитает магией краску, которой я наношу защитные руны. И руны не защитят тебя, если ты вздумаешь нас обмануть. Чудесная смесь. Стой! Что ты делаешь? Связываю магией Хук свой дух и эти заклинания. Так чары будут сильнее. Магией Хук? Ты узнала не у йотунов? У них есть подобие магии Хук, но эти чары я изобрел сам. Все уже почти готово. Можешь принести мне несколько горшочков краски? Сколько донесешь? Аккуратнее с горшком, он хрупкий. Полегче. Помни, просто ставь их, а не роняй. Осторожней. Краску можно заменить, но придется все готовить заново. Осторожней. Краску можно заменить, но придется все готовить заново. Очень хорошо, как раз куда нужно. И что теперь? Может, отойдешь в сторонку? Вон на тот камень. Оттуда будет лучше видно. Вот, годится? Очень даже. Так, так. И готово. Красиво, правда? Твои руны сотворили этот щит. Именно. Если все получится, он защитит твоих друзей и поджарит врагов. Покажи. Охотно. Найди в лесу пару чужаков и проверь щит на них. Только живых. Они должны быть живы. А мне этот щит не причинит вреда? Клянусь тебе в том, Хави. Сюда, вонючие твари! Прячетесь там, как трусы! Неужто я внушаю вам такой ужас, жалкие крысы? Точно мухи на мед. Эй вы, безродные псы! Вас же целая стая! Неужели вы боитесь? Глупцы бегут навстречу гибели. Каменщик, а это твой щит должен так мерцать? Твой щит ослаб, каменщик! Они прорываются! Нет, вовсе нет!
создает войско, но оно так же слабо, как твое слово. Тебе стоит! Все совсем другое. Локи. Бьет шапку с дом. Исправь все немедленно. Почти получилось. Все прошло не так гладко, как я думал, но все оправдано, если тут приносит. Эти плоды не так сладки, как ты обещал. Щит устоял. Он прекрасно сработал. Неплохо, да. Эффектно, но ненадежно. Не бойся, друг мой. Теперь все будет как надо. Я нашел правильный состав. Если хватит камня и найдется награда, я построю такую башню, что она защитит весь Асгард. Камень мы найдем, его хватит. А что за награду ты просишь? О, просто пустяк. Я хочу лишь получить в жены владычицу Фрейю. Да, вовсе не случай привел тебя сюда. Ты давно возжаждал получить Фрейю, так? Объяви я о своем желании сразу, вы бы вышвырнули меня вон, не колеблясь. Но мои чары крепки, а просьба честна. Отдай мне Фрейю в жены, и я дам тебе средства защитить твой народ. Фрейя не вещь, чтобы отдать ее, как мешок зерна. Я спрошу, чего хочет она. Как знаешь, но я не уступлю. Щит в обмен на Фрейю. Других желаний у меня нет. Как нет и других друзей, так что не заносись. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Это волк, что был у источника! Oh,
höfulegi meiti. Þessu næst vil ég hafa svín okkar og það veit Þór að við eigum varla nógu. Við mun eigi koma sér um hann. Má eigi vera það hér næst og hvar mun hún fara? Посмотри, какой вырос красивый зверь. Какая мощь, а? Ясный взгляд, крепкие ляжки. Он явно хорошей породы. Глупцы! Если он станет так расти, то через месяц и луну проглотит. Я знаю, о чем ты думаешь, Хави, но это не твой враг. Знаки приближения Рагнарёка будут ясны, я уверен. Тюр, ты бросаешь кости в игре, в которой не смыслишь. Может и так. Но я готов рискнуть. Пусть цена будет высока, я заплачу. Сейчас важнее война с йотунами. Что тебе сказал Каменщик? Каменщик, скажи-ка, где Фрея? Дают Тору советы, как управлять войском. И оба тому не рады. Тогда идем. Все вы должны слышать, что я скажу. Каменщик говорил с тобой? И все показал? Да, да. И что? Он использовал священную воду? Верно. Язык твой нынче в узде, в отличие от гнева, Хави. Пожалуй. Эти знаки — твои воины. А вот здесь — Аустрия, Вестрия. Довольно ворожить, женщина. Просто скажи мне, где враг, и я покончу с ним. Хави, ты тревожишься? Каменщик показал мне свое искусство. Он сотворил щит, и чужаки, коснувшись его, погибли. Так это добрая весть. В твоем лице я читаю иное. Боюсь, цена слишком высока. Что ему нужно? Ты. Я? Асы не трелы, чтобы их продавать. Дайте я вышибу ему мозги. Не горячись, спокойно. Обсудим. Здесь нечего обсуждать. Каков был твой ответ? Что решить можешь лишь ты сама. То есть как? Ему не отказали? На то есть причины. Поверив, что может получить свое, Каменщик продолжит свой труд. Пес не станет служить только лишь ради призрачной кости. Я с ним поспорю на его печень, что он все построит даром. Возможно, следует... Я не стану торговать собой. Вот это новость. Погодите, придумал. Может, лучше дать ему молотом промеж ног? Все эти споры ни к чему не ведут. Дайте ему невыполнимую задачу и срок дней в 9. Когда же Каменщик потерпит неудачу, Фрея будет свободна, а мы завершим его труд. Не глупец же он, чтобы согласиться! Ты недооцениваешь умных людей, владыка Гурь. Каменщик гордится собой. Он не отступит, встретив вызов. Мне это не по нраву. И мне, но выхода нет. Локи, договорись с Каменщиком. Я все исполню, высекатель Рун. Ты споришь с силой, которая не подвластна тебе. А ты очень желал этой сделки. Мы асы. А она вана. Берегись, не приближайся! Волк! Нет. Тюр, назад! Я справлюсь. Дороги! Этот волк мой! Не мешать! Я его поймаю! Ну и чудовище! Я наточу свой топор от твоей клыки, тварь! Я прикончу его! Надеюсь, ты найдешь мир, славный Ньорд. Плохая пара — это беда. Не трогайте волка! Этот зверь мой! О, Гауд! О, Гауд!
ли волк из пророчества? Тебе ли суждено погубить меня? Я восставший из мертвых! Я оживший дух! Я умру! Посмотрим, кто сильнее, твой жребий или моя воля! Если я пощажу тебя, ты отступишь? Тебя предупреждали, и вот чем кончилось! Пощади! Прочь с дороги, Локи! А твоя клятва не проливать мою кровь? Отступи, и я ее не пролью. В нем моя кровь. Что? Это мой сын. Ублюдок! Тюр, ты выкормил этого волка. Ты станешь его стражем. Вези его на Люнгви, посади на цепь. Позаботься, чтобы он не покинул остров. Я спрошу Дверга Ивальди. Может, он сумеет отыскать решение. Пойдем. Будь добр к нему, справедливый. Локи, ты за это ответишь. О, в этом у меня сомнений нет. Небеса темны, как дурные знаки. Невозможное торопит меня.
при этом? Мне просто любопытно, Дверг. Не хотел тебя задеть. Я всего-навсего ищу знаний. Дверги ничего не дают даром. Прошу прощения, что помешал, мастер-кузнец. А теперь мне пора идти. Что ты хочешь получить сегодня, Хави? Бездонные штаны, вдруг обделаешься на поле боя? О чем ты говорил с каменщиком? Хави, мой добрый тюремщик, ты же знаешь, дверги ничего не дают даром. Хочешь услышать ответ? Предложи мне достойную плату. Какую? Нечто открытое лишь тебе, зоркое око. Поделись со мной своим тайным знанием мира. Люди переживут Рагнарёк, укрывшись в роще Ходмимир и питаясь утренней росой, а затем возродят род людской. Люди и правда крепкие существа. Пожалуй, крепче, чем мы думаем. А, чего хотел этот мешок овечьих кишок? Он спрашивал, как действуют чары на хук асгардцев. Зачем ему знать, как действуют чары на меня и мой дух? Не на тебя, Хави. На всех вас. Равно на асов и ванов. Я же в ответ велел ему проваливать. Если это все, что тебе нужно, проваливай и не мешай мне. Есть еще просьба. Выкуешь цепь, которую не разорвать. От цепей мало толку. Одно слабое звено, и все. Я сплету такую привязь, что не порвать и Тору. Она должна удержать чудовищного зверя. Всю свою силу я вложу в этот труд, Хави. Все свои знания и все мое искусство. А что я получу взамен? Исполни то, что сказал, и твой долг будет уплачен. Я чую подвох. Где он? Никакого подвоха. Сплетешь эту привязь, и твой долг искуплен. Для этого мне понадобятся небывалые вещи. Назови. Вот тебе список. Медвежьи жилы есть, дыхание рыбы и... Что это? Кошачьи шаги и корни горы? Да где же такое взять? А мне почем знать? Загадки подскажут тебе. Мне сейчас не до загадок, Дверг. Эти загадки стары, как сам мир. Праотцы дали их нам. Ни и Ниди, Нордри и Судри, Аустри, Вестри, Альтьёв. Мне все ясно. Я скоро вернусь. Двалин, Бивур, Бавур, Бёмбур, Нори, Ан, Иканар, Оин, Мьёдвитнир, Вейк и Гандальф, Виндальф, Трайн, Тек и Торин, Вит и Лид. Нюр и Нюрат, Регин и Рацвин.
Лети же, Сюнин. Статуй Фрейи. Как ты залез туда, котик? Вот, значит, как. Что ж, иди, Лу. Меня. Отсюда только в... Готово. Кто знал, что можно поймать звук? Осмотрись, Сюнин. Кажется, это здесь. Вот оно, семя, в каменной хватке гор. Чтобы освободить его, нужен жар. Семя не пустит корни, если не положить его в воду.
Основание уже готово? Он быстро работает. Чересчур быстро. Нужно отнести корень Ивальди, пока не поздно. Вот гора, что мне нужна. Ничего выше здесь нет. Посмотрим, что ты сделаешь из них, Ивальди. Как ему удается строить так быстро? Вижу я, что это отнюдь непростой каменщик. Удивительная тут стража. Что ты видишь?
Сюнин, укажи путь. Стань моими глазами, Сюнин. Звук кошачьих шагов я всегда узнаю. Давай сюда. Мне удалось найти все, что ты просил. Скоро ли ты сплетешь волшебную привязь? Как только она сама захочет. С такой магией спешить нельзя. Она течет, как пожелает. Пришли весть, как будет готова. Кстати, к слову о Хук. Тут заходил один мой родич, кое-что рассказал. Не верю я в совпадение, так что слушай даром. Что он сказал? Мол, Борин, муж его сестры, выпил тут мед из Йотунхейма. И его Хук оказался в теле козла. Чтобы дух дверга очутился в теле козла? Что еще смешней, сестра и не заметила. Хави! Меня в это не втягивай.
Башня почти завершена. Не бойся, время течет очень быстро. И все же не слишком. Я чувствую, что меня ждет западня. Тому, кто чувствует западню, легче ее избежать. Ты что, действительно хочешь отдать меня каменщику? Ты краса Асгарда, хозяйка Фолькванга, пасущая павших. Конечно, не хочу. Звучит так, словно я ценная вещь, с которой жаль расстаться. Не стоило тебя использовать. Я заставлю каменщика выложить мне всю правду. Скверное извинение, но лучше, чем ничего. А после каменщика возьмись-ка за подлеца Локи. Он постарался, чтобы мы угодили в эту западню. Если это козни Локи, я покараю его, невзирая на побратимство. Лучшее мое творение, но надежное. Где же краса Асгарда? Ты закончил? И все чары действуют? Осталась одна руна. Я напишу ее после свадьбы. Кто помогал тебе, каменщик? Ты не успел бы к сроку, работая в одиночку. В договоре ничего не было о помощи извне. Так где же Фрейя? Я устал ждать. Помощь извне? Странное ты выбрал слово. Эй, Хави! И каменщик! Мы привели невесту! Фрейя, краса моя! Чего она смотрит так дико? Она согласилась на этот брак ради Асгарда, но, признаться, ему не рада.
Ты внушаешь ей отвращение. Если она надеется так оттолкнуть меня, ее ждет разочарование. Я не отступлюсь от своей цели. Довольно болтать. Мы выполнили свою часть сделки. Ты закончишь свой труд? Прости, но не видал я прежде столь диких глаз. Отчего она глядит зверем? С того дня, как узнала, что сговорена, она ходит точно во сне. Лучше грезы, чем явь, что ее ожидает. Тяжело будет пробуждение, если она не захочет очнуться сама. Я не буду с ней ласков. Хватит вилять! Поцелуй ее, олух! Подтверди вашу помолвку! Поцелуй! Один глоток, чтобы разжечь жажду! Волшебно! Твои губы нежны, точно лепестки шиповника. А твои грубые и холодны, как нетесанный камень. Что это за морок? Что тебе не по нраву? Ее голос! Он ужасен! Кое-кто называет его чарующим. Ага, волк. Обман! Приведите настоящую Фрею, или сделки не будет! Я сама приду, пожалуй. Фрея, ты не должна... У вас ничего нет, Асы. Лишь этот бесполезный памятник вашей глупости. А... Пока ты был умным, Тор, не оступись сейчас. А ты, Хави, а твои намеки на то, что выход есть, надеюсь, что это не он. Да, мы тебя не ценили, но так больше не будет. Это жалкое зрелище предназначалось мне? Я видел вещи пострашнее на гниющей свиной туше. Заверши свой труд, или заплатишь. Щит в обмен на Фрею. Пусть убирается к Хельхави. Я знаю, где он прячет свою краску. Покажи. Тор, Чур, не спускайте с гостя глаз. Фрея, надеюсь, мы еще поговорим позже. Зачем ты ходишь в платье Фреи? Чтобы помнить, чем рискую. Хватит. Переоденься. А теперь куда? Не знаю. Я не смотрел за ним каждую минуту. И ты не знаешь, где его запасы? Должны быть тут. Он не уходил отсюда. Покажи мне. Нашли логово червя. Оборотни! Снова обман. Каменщик за это заплатит. Где сторож? Там и тайник. Покажи еще дверь. Здесь полно... В чем дело, Хави? Локи, ты знал каменщика до нашей встречи у башни Хеймдаля? Я знал его как друга или по слухам? Это...